Настоящие сокровища – так называют своих воспитанников работники детсадов в Коммунарском районе. В подтверждение этих слов ребята приняли участие в конкурсе художественной самодеятельности среди дошкольных учреждений «Жемчужинки». Свои таланты юные дарования показали на гала-концерте. Больше о детском творчестве расскажет Инна Гогой. Мальчишки и девчонки, а также их родители, работники детсадов Коммунарского района с самого утра собрались в актовом зале на детской железной дороге. С гала-концертом тут выступают победители конкурса среди дошкольных учреждений. Изначально в творческом состязании принимало участие 18 садиков. В списке призеров оказалось 9. Начиная с марта месяца в каждом детском саду проводился свой конкурс. Было районное жюри, которое ездило по всем дошкольным учреждениям. Обращалось внимание на все. Начиная от массовости, вы понимаете, маленьких деток большой коллектив собрать очень сложно. Художественная ценность номера, красота, яркость оформления, костюмов. Очень большое внимание уделялось воспитательному элементу этого мероприятия. Сердца жюри покорила песня «Кудряшки» в исполнении воспитанницы 166-го детского сада. Пятилетняя Влада одержала победу в номинации «Лучший вокальный номер» среди ребят среднего возраста. К выступлению девочка готовилась серьезно. Я много репетировала и песню пела перед гостями. Не боялась. Я пела песню, а мама слушала дома. Есть такое хорошее выражение, неталантливых детей нет, только нужно в каждом ребенке открыть эту звездочку. И вот этот конкурс доказывает, что уже начиная с дошкольного возраста, если ребенок чувствует, если ребенок хорошо эстетически развит, то этот ребенок действительно найдет себе применение и будет радовать окружающий мир. Победители конкурса получили грамоты и дипломы, а для всех участников гала-концерта организаторы подготовили особый подарок – прогулку по детской железной дороге.